В этот же день вице-премьеру правительства страны презентовали проект Всероссийского детского центра «Дагестан». Александр Новак посетил стенд республики на Петербургском международном экономическом форуме. Встретил его глава региона Сергей Меликов. Он провел небольшую экскурсию по площадке и рассказал об экспозициях, в том числе о транспортной системе «Север-Юг». Затем состоялась презентация проекта крупного детского центра. Это будет уникальный лагерь, не имеющий аналогов в нашей стране. Там смогут отдыхать дети со всей России. Он займет территорию в 120 гектаров. По задумке авторов проекта, это будет целый экологический парк, содержащий несколько направлений, в том числе направления наука и космос. Идея заключается в создании на территории Республики Дагестан детского центра всероссийского значения по аналогии с Артеком, Орленком. Но этот центр мы видим как опорный детский центр, в том числе для всероссийского движения «Большая перемена». Это новая пионерия. Место уникальное. Глава республики предложил земельный участок, который находится между морем и озером Папас. А вот создание инфраструктуры возле озера Папас позволит в перспективе построить там целый город нового поколения. Проект получил название «Новый город» и также был презентован Александру Новаку. Идея – это только концепция этого проекта. Дальше эта идея должна пройти согласование в федеральном правительстве, потому что земли, на которых предлагается разместить этот детский лагерь, они в том числе и федеральной собственности.